На конкурс дети читают стихи. Дарья Герасимова, 10 лет, город Жердевка. Памятник Георгий Рублев. Это было в мае на расцвете, нарастал у стен рекстагобой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испух. А куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки и этой дочь его родную расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец, и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. В Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.